Шестой случай заболевания кори. Первым в феврале заболел 4-летний ребенок. В этот раз корь добралась до взрослого мужчины, сообщают в Краевом Роспотребнадзоре. Сегодня подтвердился диагноз кори у 32-летнего вахтовика, который прилетел на риск в начале апреля. Сейчас специалисты управления Роспотребнадзора совместно с медиками проводят все необходимые мероприятия, в том числе вакцинацию непривитых контактных. Врачи напоминают, корь очень заразная, ее последствия могут быть серьезными для человека, поэтому рекомендуют не отказываться от прививки, если вы ее не ставили. В случае, если заболеет ребенок, медики вынуждены будут провести осмотр и иммунизацию не только по месту жительства, но и в детском саду, школе и других местах, где успел побывать заболевший. Симптомы кори – заложенность носа и сухой грубый кашель, повышенная температура, вялость, плохой аппетит, сыпь на третий-пятый день болезни.